Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Звезды говорят». А спонсор программы – кафе «Узбеги». Хотите знать проверенный временем рецепт хорошего настроения? Тогда посетите наш кафе «Узбегим» с изумительным выбором центральноазиатских блюд, жареной рыбы и сочными шашлыками. Лучшие повара из Самарканда покажут вам свое кулинарное мастерство, и вы поверите, что счастье есть. Забронируйте нашу услугу кейтеринга и порадуйте своих гостей на любых мероприятиях. Доступные цены, уютная атмосфера и отличное обслуживание. Лучше один раз попробовать, чем 10 раз представлять. Кафе «Узбегин» ждет вас. 2612 East 14 Street. Телефон 718-676-2188. 718-676-2188. На лунном календаре 24-е лунные сутки, а символ дня медведь. Луна убывает и находится в знаке Овна. В эти лунные сутки пробуждается сила природы, благоприятствующая созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день производили закладку пирамид. Солнце находится в знаке Близнецов и пробудет там до 21 июня. Итак, Близнецы будут пребывать в прекрасном настроении, в целом день удачный. В плане здоровья полезно соблюдать пост и воздержание. Предпочтение отдавайте растительной пище, в рацион включите виноград и чернослив. В личной жизни проявите больше внимания партнерам и постарайтесь не критиковать. Ваши умственные способности проявятся в самой лучшей форме. Умело примените это для решения застарелых проблем. Ракам звезды обещают эмоциональный день. Чувства выйдут на первый план. Физическое состояние будет стабильным, а вот эмоции будут зашкаливать. Поэтому желательно направить их на приятные воспоминания и доброжелательное общение. Сократите круг своих собеседников. В личной жизни проявляйте инициативу для принятия решений и устранения проблем. В делах вполне можете доверять своим партнерам, они вас не подведут. Львы на гребне удачи сегодня проявят себя в прекрасной форме. В целом у них удачный день. Со здоровьем все в порядке, но старайтесь не принимать близко к сердцу высказывания оппонентов. Звезды предупреждают. Лучше проявить повышенную осторожность при общении с неуравновешенными людьми и в работе с электрическими приборами. Вечер проведите с любимым человеком. Удача порадует и финансовые области, а возможно прибыль или возврат долгов. Девы сегодня смогут применить свой интеллект для решения проблемы и быть в центре внимания. Относительно здоровья есть опасность получения травм. Избегайте сильных физических нагрузок, спина в зоне риска. В личной сфере вас ожидают приятные новости, позитивные переживания. Исключите любовные треугольники, иначе скандала не избежать. Относительно дел, общение с влиятельной персоной вселит надежду и поможет вам в продвижении ваших идей. Удачный день у весов, особенно у творческих представителей данного знака. Что касается здоровья, то эмоциональный подъем продолжается. В рацион включите орехи и бананы, полезные оздоровительные и общеукрепляющие процедуры. В личной жизни не исключены и новые знакомства, в том числе и через социальные сети. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить, будьте экономнее. Скорпионам звезды сулят богатый на события день. Удачно решатся дела у ваших близких. Самочувствие будет стабильным, не переутомляйтесь и не нарушайте режим дня. Исключите из рациона соленые продукты. Личное время будет заполнено текущими заботами и суетой в течение дня, а вечер подходит для семейного отдыха. В делах возможно получение полезной и своевременной информации, которая повлияет на ваши планы.
Стрельцы почувствуют огромный прилив жизненных сил. Контролируйте свои эмоции. Что касается здоровья, то стоит сделать разгрузочный день и удалить из рациона животную пищу, исключение рыба. Эмоциональное состояние будет меняться. Совместные с партнерами занятия спортом или танцами зарядят энергией на предстоящий вечер. При общении избегайте конфликтных ситуаций. День весьма удачен для крупных вложений. Фортуна приблизилась вплотную к козерогам, а что из этого выйдет, покажет день сегодняшний. Физическое состояние будет стабильным, а вот эмоции будут зашкаливать, поэтому желательно направить их на приятные воспоминания и доброжелательное общение. В личных отношениях проявляйте инициативу, а еще возможно получение поддержки со стороны партнеров, что неплохо отразится на материальном благополучии. Водолеев ожидает напряженный день, а вот вечер приятный удивит. В целом, вполне хороший день. Показатели здоровья все в норме, однако следует избегать нагрузок на тазобедренный пояс и крестец. Начните новый цикл физических упражнений. Что касается личной жизни, то перенесите важные дела на другой день, а сегодня полезны совместные занятия по интересам и общение по душам. В делах возможны новые перспективные предложения. Рыбы сегодня будут особенно притягательны. Звезды пророчат им судьбоносные знакомства. В плане здоровья избегайте переутомления и не перегружайте себя тяжелой работой. В еде дайте предпочтение растительной пище. Включите в рацион цитрусовые, яблоки и сладкий перец. У одиноких возможно приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети, и звезды совсем не против, если вы проведете ее в романтической обстановке. Овнам звезды сулят насыщенный день, личные качества проявятся в самой лучшей форме. Относительно здоровья, берегите позвоночник, избегайте сильных и резких движений в этой области. Во взаимоотношениях с противоположным полом сегодня чувства лучше не проявлять, отношения не выяснять. Ваши партнеры могут вас неправильно понять. Лучше переведите всю энергию в работу, тем более, что звезды прогнозируют многим успешное завершение всех дел. Тельцы почувствуют поддержку и внимание. Работа выйдет на первый план. Относительно улучшения самочувствия, разнообразьте свой рацион. Включите продукты, содержащие витамины и повышающие иммунитет. Берегите горло. В личной жизни возможны изменения. У одиноких знакомства удачны. Новости издалека повлияют на ваши ближайшие планы. В делах риск оправдан. Можете смело принимать решения. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня. А мы и спонсор программы «Кафе Узбегим» желаем вам всем удачного дня, а больше хороших новостей, крепкого здоровья и мира во всем мире. Хотите знать проверенный временем рецепт хорошего настроения? Тогда посетите наш кафе «Узбегим» с изумительным выбором центральноазиатских блюд, жареной рыбы и сочными шашлыками. Лучшие повара из Самарканда покажут вам свое кулинарное мастерство, и вы поверите, что счастье есть. Забронируйте нашу услугу кейтеринга и порадуйте своих гостей на любых мероприятиях. Доступные цены, уютная атмосфера и отличное обслуживание. Лучше один раз попробовать, чем 10 раз представлять. Кафе «Узбегим» ждет вас. 2612 East 14th Street. Телефон 718-676-2188. 718-676-2188.